Франциско был найден в очень плохом состоянии. Собака была истощена, и по всему телу у него были множественные раны. Большинство из них были зиющие, не в состоянии зажить самостоятельно. Ухудшало ситуацию то, что эти раны были заполнены личинками. Франциско был практически съеден заживо. Перед тем, как начать необходимое лечение, потребовалось много времени, чтобы очистить раны от паразитов. Пасть собаки была аккуратно связана бинтом, в случае, если процесс причинит Франциско боль, собака инстинктивно начнет кусаться. На удивление, собака смирно лежала и ждала, пока все закончится. Независимо от того, насколько болезненным и страшным это не было, мы можем видеть признательность в глазах Франциско. После процедуры собака с удовольствием поела. Пришло время отдохнуть после тяжелой процедуры. Данную процедуру пришлось проводить несколько раз, чтобы очистить все раны от личинок. Паразиты извлекаются из ран при помощи пинцета, а потом рана постоянно обрабатывается антисептиком. Регулярное питание помогало Франциско быстрее восстановиться. После оказания первичной помощи своему новому другу, Уилсон отвез его на прием к ветеринару. Всего через пару дней раны собаки стали выглядеть гораздо лучше. Франциско привык и полюбил своего спасителя. Ему все еще требовалось много спать, чтобы быстрее восстановиться. Уже через месяц самочувствие Франциско стало значительно лучше. Его жуткая рана стала затягиваться. И он стал более энергичным. И наконец-то получил долгожданную любовь. Будь счастлив, Франциско, ты этого заслужил. Франциско является лишь одним из многих животных, которых Уилсон и его друзья нашли и спасли в Бразилии. А вы что думаете об этой истории? Пишите в комментариях, ставьте лайки и обязательно подписывайтесь. Не забывайте прожать колокол, чтобы не пропускать новые истории спасения и обзоры.